Любовь и преданность можно купить или даже получить бесплатно на ярмарке раздачи. Речь про собак. Центр передержки бездомных животных в очередной раз провел акцию по пристройству своих питомцев. Ольга Пырочкина подробнее. Это Робин. Ему 3 года, и он бездомный. Получается, что люди бросают своих собак. Ага. Так будто печально не звучало. Но приют забирает всех. Сейчас у Робина и его братьев по несчастью. Каждый день есть еда и крыша над головой. Но это не заменит им дома и хозяина. Его зовут Ёжик. Почему Ёжик? Я не знаю сама. Недавно волонтером стала. Он очень спокойный, в принципе. Любит детей, в семью, с детьми очень подходит. Чтобы у таких, как Робин и Ёжик, появился шанс стать домашними, Центр передержки безнадзорных животных проводит ярмарки раздачи. Здесь можно пообщаться с собаками, понаблюдать за их характером, поговорить с волонтером. Все пристраиваемые животные имеют ветеринарный паспорт и необходимые прививки. В этот раз взрослым псам не повезло. Они все возвращаются в приют. Ну а что касается щенков, то к тому моменту, как наша съемочная группа приехала, все клетки оказались пустыми. На последнего щенка оформляли документы, чтобы забрать домой. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Сергей Исаев, Республика.